звени, не переставай, мадридский колокольчик, звени, не переставай, ты пой. На ветке цветущей сосны пусть ветер тебя качает, звени со своей высоты, звени. Спасибо. Вот, а следующая песня, тоже не могу ее не спеть,
Она, там два персонажа, персонажи взяты из фильма «Седьмая печать». Там были рыцари-слуга такие. Это визуально они так смотрятся. Вот. Но иногда получается... Ну, там рыцарь был такой в порядке, в отличие от того, который в этой песне. Вот. Но иногда вот эти два персонажа могут внутри одного и того же человека существовать. Кого-то, чего ты захочешь, того не найдешь. И поэтому жить, и поэтому дальше дорога бежит. Обветренный рыцарь, прожженный слуга, успеть бы отбиться, уйти от врага. И все дальше на юг, и все дальше на юг. Даст Бог, и окажемся с вами в раю. Бились мы в толпе, потеряли друг друга. Каждый вырвался сам из порочного круга. Я скакал день и ночь, и нагнал я его. Но хозяин слугу не признал своего. Но коль сдадитесь, я исчезну.
а что дальше решать вам, мой рыцарь? Я не дам умереть вам, а вы просто дайте допеть мне, а я не дам умереть вам, а вы просто дайте допеть, просто дайте допеть мне. А соль ждет вот этих парусов. Я говорю, что она ждала их как-то очень воодушевленно. Вот. И, по-моему, так, если она вдруг перестанет ждать, то действительно будет это большой неблагодарностью, если вдруг они придут. Вот, мне кажется, тоже такая важная вещь.
нельзя. Не за то там, что удивился, чтобы узнал, что вернулся, что ты пришел.